И нам надо, безусловно, как бы очень аккуратно разбираться с нашей элитой. Но для этого нужно что-то делать. Я обращаю ваше внимание, что ни одного нормального политика на выборах в Москве на пост мэра не было. То есть были все или ничтожества, или ублюдки. И в этой ситуации, ну, трудно, да, то есть кто-то должен какую-то инициативу проявлять. Без этого не получится. Ну, давайте отдадим себе в этом отчет. Экономика по-русски.